Привет, с вами я, Яна Игнатова, и вы на канале «Мои интересные дни». Да-да, у нас новая заставка. Если тебе она понравилась, пиши об этом в комментариях. Что-что? Ты все еще на меня не подписан? Ты что, с луны свалился, что ли? Давай скорее подписывайся и не забудь нажать на колокольчик и поставить лайк под этим видео. И да, это видео это долгожданное видео вопрос-ответ. Простите, что так долго не снимала, но вот пришел этот момент. И сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. Давайте начнем. Первые два вопроса были от канала Ладони Малыш. Сколько тебе лет? 10 лет. Запомните это и больше не спрашивайте. Твоя двоюродная сестра смотрит твои видео? Если кто не знает, мою двоюродную сестру зовут Майя, и ей 7 лет. И нет, она не смотрит мои видео. Один вопрос от Кати Вороновой. Ты бы покрасил волосы в мой цвет? Тут так написано. Наверное, она имеет в виду, ты бы покрасила волосы в мой цвет. Если честно, мне кажется, что мне не очень пойдет голубой цвет волос, но тебе он идет, но я бы не красила. Следующие 10 вопросов, спасибо огромное, от нового мира Ever After. У тебя есть брат или сестра? Да, у меня есть младшая сестра Анечка, и ей 11 месяцев. Ей уже 10 ноября будет годик. Какой твой любимый блогер? Ксения Левчик. Или Ксюша Макарова с канала «Смотри, как я». У тебя есть парень? Нет. Как сказала Ангелина Романовская из группы Open Kids в своем видео «Вопрос-ответ», счастье любит тишину. Но нет, у меня его нет. Кто твоя лучшая подруга? Ой, на самом деле у меня все подруги просто замечательные, поэтому я не могу выбирать, кто у меня лучшая. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я еще пока не знаю. Какой твой любимый фильм? «Книга джунглей». Первый раз я его в кино посмотрела, очень клёвый. Какой твой любимый мультик? «Рапунцель. Новая история». Я подписана на группу этого сериала и уже посмотрела весь второй сезон, хотя его даже еще по телеку не показывали. Мои любимые персонажи там это Кэс и Вэриан. Вэриан, Вэриан, Вэриан. Любишь шопинг? Обожаю. Какое твое любимое занятие? Рисовать, обожаю рисовать. Просто обожаю. Следующие 5 вопросов от Кикибот. Полное имя какое? Тут прямо вот так написано, как я читаю. У меня нету полного имени. Какой знак зодиака? Водолей. Дни рождения какое? День рождения у меня 23 января. Как ты делаешь видео? Снимаю на телефон, а потом монтирую в специальной программе, название которой «Большой-большой секрет». А какой у тебя телефон? Китайский Xiaomi Redmi 4A, самый большой в семье, красивенький такой, розовенький, который мама все время хочет у меня забрать. Защитным стеклом. Короче, Xiaomi Redmi 4A. Кто твой любимый человек в Ютубе? Правильно говорить, в Ютубе. Это тебе на заметку. Как я уже сказала, Ксения Левчик или Ксюша Макарова с канала «Смотри, как я». Что ж, это была первая часть видео «Вопрос-ответ». Но обязательно будет еще одна часть, где я отвечу на все вопросы. Я обещаю, я на все отвечу. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до скорых встреч. Пока!